Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskyiv.com.ua. Сегодня на обзоре у нас детская скорая помощь. Это фирма Автосвит. Она довольно простенькая, она очень недорогая. У нее открываются двери. Вот так вот. Она состоит из металла. Есть инерционный механизм. Очень важный нюанс. Вот при покупке машины Автосвит обязательно смотрите, или на коробках написано, что она музыкальная, потому что у них есть у всех отверстия под батарейки, но не все они музыкальные. Часто вот у клиента возникают вопросы, а по факту машинка не музыкальная и быть не может за эти деньги, потому что она очень дешевая. Ну а кому такая простая моделька понравилась, ссылку я оставлю в описании, так что можете смело заказывать. Всем пока!